Книга «Открытым оком», второй том, тема «Обращение ко Христу», вопрос 813. Вы говорите, не хвали двоеверие, а как же в вас может вмещаться и гражданин, и христианин? Человек может быть либо христианином, либо нет. И насилие, убийство в частности, нельзя с христианской точки зрения ни понять, ни принять. А вы часто повторяете, с точки зрения христианина смертную казнь отвергаю, а как гражданин я за смертную казнь. Что это за раздвоенность? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Тут вы перепутали слышанное. Не хвали двоеверие – это слова Феодосия Печерского по отношению к католикам. Я и не хвалю их веру, но что у них есть доброго, о том и говорю. Нам, православным, есть много чему поучиться у католиков, и не меньше есть того, чему они могут у нас поучиться. Когда я говорил об отношении к смертной казни у нас в стране, то давал ответ для христиан, каковым я сам являюсь, и для нехристиан, как должны мыслить они. То есть, если бы я был неверующим, то был бы абсолютно беспрекословно за введение смертной казни, как в Китае, как был на Руси, на лобном месте. В своей биографии я говорю, что если бы я не уверовал в Бога, то был бы народным мстителем против коммунистов, чтобы уничтожить эту всемирную заразу развращения. Но став христианином, теперь я могу раскаиваться в прежних мыслях и бороться только идейным оружием.